Юная армия на отдых. В центре детского творчества «Хибины» состоялась торжественная церемония закрытия военно-патриотического лагеря «Юнармеец», подведение итогов и награждение участников смены. С юнармейцами встретилась наш корреспондент Алика Коваленко. 30 юных кировчан и апатичан на протяжении месяца осваивали азы военной подготовки. Надевать общевойсковой защитный комплект, противогаз, проходить полосу препятствий, собирать и разбирать автомат. Также ребята овладели некоторыми спортивными, тактическими и медицинскими навыками. Но что же им запомнилось больше всего? Все. Что было самое интересное? Интересное было, что мы ездили в Мочегорск. Я видела там военную базу, где... Здесь научилась? Я научилась хорошо отжиматься. Мы трудились и занимались, мерили вот эту форму, которая сейчас на мне. Играли, ходили на детскую площадку, ездили на экскурсии, на лазертаг. Много где побывали, узнали много чего нового. На протяжении всей смены ребята собирали звезды. Синие – за личные заслуги, красные шли в зачет команды. По итогам всей смены лучшими из лучших оказались воспитанники второго отделения, которым командовала Вера Пахилец. Я думала, что детям будет сложно к этому привыкнуть, но они адаптировались примерно уже на третий день. Они слушались, учили выполнять команды, уже проявляли успехи, и благодаря этому мы заняли первое место. Вот и подошла к концу военно-патриотическая смена «Юнармеец». Ребята за время пребывания в лагере многому научились. Получили море эмоций и незабываемые впечатления. Ну что, юная армия, пора на отдых? Да, товарищ юнармеец! Эта смена была пробной, ведь уже в сентябре на базе Центра детского творчества «Хибины» начинает работу учебное объединение, которое так и будет называться «Юный армеец». Есть солнце, новое!